Женя, привет. Раки твои успешно добрались. 125 километров я проехал от тебя. Подливал пару раз воду из болота по дороге. И один раз дома. Водичка прохладненькая. Ладно, сейчас спустимся к речке. Нальем сюда воду с реки. Пусть маленько привыкнут к среде. И потом уже выпустим. Вот она речка. Я сижу под мостом, так как кругом не подъехать. Только получается с моста. Ну что, вы тут привыкли уже? Сейчас будем отпускать. Сначала по одному посмотрим, как они себя вести будут. Я думаю, пищи им здесь хватит. Уже один попер. Самочка. Прошли дожди, вода немного мутноватая. Здесь и 38 штук. Дальше будем заезжать, следить за ими, как они будут размножаться через каждый год, конечно. Будем проверять. За их расселением. Осенью будем с маской нырять. С подводным ружьем. Может быть, и где и встретим. А, поползли. Прячутся в камнях. Один на глубину сразу попер. Самый смелый, наверное. Второй самец на глубину. Новое место обитания. Река. Пойманы они были в озере, в карьере. Ух ты! Дерется даже. Блатной самый. Течение здесь небольшое. Здесь место узкое. Поэтому здесь течение. Так течение самое раз для них пойдет. Эх, красавчики, поперли. Сразу не разбегаются. Кто куда, кто-то попрятался. Самочка вот одна спряталась под камешек. За икру, наверное, боится. Самцы сразу почему-то разбежались. Здесь в этой реке раков нету и никогда не было. Посмотрим, как они будут здесь разводиться. Самочки с икрой. Видно. Здесь порядка 28 самок. Из десяток самцов. 38 штук в общем. Все, ребята, сразу на дно. Сразу поперли. Кто-то спрятался в камнях. Кто куда. Вот так сейчас кучечку сразу. Вот так. Плывите. Опля, вот так кучечкой. Вот. А еще одного забыл. Это самец. Маленький. Молоденький. О, один вылез сюда. Опа, и две мидии. Подальше их. Здесь камней много. Мидии, кстати, здесь живут. Ракушки, как мы их в детстве называли.
Вот они, ребята. Ползают. Сейчас попробую поснимать под водой. Телефон бы не утопить. Короче, все они поразбежались. Телефон у меня с хорошей защитой водной. До 2 метров можно под водой снимать. Всем удачи, всем пока.